Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Май станет временем чудес для семи знаков зодиака. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Любой месяц можно воспринимать периодом, когда случаются чудеса. Небеса в это время открываются, а все загаданные желания становятся реальными событиями. В жизнь людей приходит настоящий покой и благодать. Но для семи знаков зодиака май станет настоящим временем чудес. Итак, на первом месте у нас идут близнецы. В их жизнь ворвется настоящая магия. Покровители для своих подопечных приготовили чудесные сюрпризы. Они будут просматриваться большой поддержки со стороны близких людей и финансовой стабильности на рабочем месте. Волшебство кроется в мелочах, но только следует его замечать по разным сторонам. Важно погрузиться в эту красоту, но и не забывать о насущных делах. На втором месте у нас раки. В мае представителям можно насладиться отдыхом и окунуться в море позитива с любимым человеком за романтическим ужином. Подобная идиллия обязательно сколыхнет в представителей дальнейшие воспоминания, хотя не нужно думать о прошедшем времени, ведь впереди знаков еще ждет много бесчисленных подарков. Третье место – это львы. Они не являются сторонниками романтизма и любовной суеты, хотя и этот период не забудет представитель окружить своей чудесной магией. Волшебство кроется в том, чтобы создать уютную атмосферу и в ней провести свое время с близкими людьми. А в домашней обстановке есть гарантия, что появится много новых идей. Следующее, кому повезет, это весы. Знакам нужно немного остановиться, чтобы не упустить из жизни важные моменты. Звезды рекомендуют им присмотреться к своим близким людям. Следует им оказать посильную поддержку и окружить особым вниманием. Тогда получится взамен от судьбы получить много ярких подарков, а майское время обязательно пригодится для благоприятных перемен. Следующие знаки – это скорпионы. Для них перемены не являются столь значимым событием, хотя в последнее время представители полностью пересмотрели свои отношения к ним. Чтобы знаком получить подарки от судьбы, нужно в себе разбудить трудолюбие, энергию и доверие и отвагу. Представители смогут одержать хороший шанс, чтобы сменить старую работу. Хотя некоторые из представителей все же согласятся на смену жительства, и это время окажется для них истинно чудесным. Следующие знаки – это козероги. Звезды для них приготовили настоящие волшебные дары. А чтобы их получить, знакам следует ненадолго отправиться на отдых. А еще им выпадает шанс познакомиться с новыми людьми, которые в дальнейшем окажут влияние на их жизнь. А если на пути следования им встретился человек с родственной душой, то месяц пройдет под эгидой благополучия. И последние знаки – это рыбы. Это один из тех знаков, которые не представляют своей жизни без многочисленных подарков. А когда у них унылое настроение, то им вдвойне приятно получать презенты. Они даже могут поступить от самых незнакомых людей. Поэтому представителям рекомендуется принимать все то, что свалится им на голову. Вселенная по своим правилам каждому сезону готовит время чудес. Конечно, хочет каждый получать щедрые подарки. И те знаки, которые я не назвала, не расстраивайтесь. Старайтесь себя проявлять в позитивном ключе на протяжении всего месяца, и Вселенная обязательно на вас обратит внимание.